Ну что ж, друзья, да, это Первый канал, это прямой эфир, это Триумфальная площадь Москвы. И у нас в гостях сегодня, в день рождения неподражаемого Лучана Паваротти, звучат голоса арт-проекта «Тенора 21 века». Доброе утро! Доброе утро! Спасибо вам за такую вдохновенную песню. Но Лучана Паваротти для вас, наверное, один из самых авторитетных вокалистов. Ну, это действительно так, потому что самая первая наша программа, это как раз была программа посвящения Паваротти, любимец всех, каждого тенора, и, естественно, мы стремимся быть в чем-то даже на него похожим. Но единственное, только Лучано Паваротти никогда не пел ни в такую погоду, ни так рано утром. И не под зонтом. Давайте тогда еще одну песню подарим нашим зрителям. Ну, песня самая знаменитая. Разгоните, пожалуйста, тучи, ладно? С удовольствием. Своими сильными голосами. Luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Огромный арт-проект «Тенора 21 века» сегодня поднимали нам настроение своим творчеством. Спасибо огромное. Ну, а мы продолжаем программу и переходим к...